Товарищ генерал, личный состав госавтоинспекции для вручения патрульных автомобилей построен. Докладывал полковник полиции Варварин. Автомобили готовы, личный состав построен. Время вручать ключи от новых патрульных машин. 18 новеньких авто распределили между подразделениями госавтоинспекции и территориальными органами внутренних дел региона. Служба ГАИ – одна из многочисленных служб в системе МВД, но при этом и задачи перед ней стоят наиболее значимые и большие. Это безопасность дорожного движения, это сохранение жизни наших граждан на наших дорогах. Для Ульяновской госавтоинспекции закупили китайские кроссоверы «Хавал F7». Однако узнать их не так-то просто. Родной логотип на решетке радиатора изменен на шильдик с надписью «ДПС». Но это не главное их отличие от гражданских автомобилей. Эти автомобили оснащены современными средствами системы видеонаблюдения, средствами радиосвязи, двигатель с повышенными динамическими характеристиками. И все это, безусловно, позволит эффективно, уважаемые коллеги, вам выполнять свои служебные обязанности. Автомобили поступили в регион по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.